Я даже на мобильный переключилась, чтобы у меня все нормально грузилось, и все равно ничего не грузит. Чё? Короче, я не понимаю, что вы мне пишете, поэтому пишите на русском. Интернетом все время происходит. Странно, что с моим интернетом происходит, типа я не понимаю, да? Макс, привет. Привет, Макс. Ну, если не знаешь русский, то... Ну, ладно, пофиг, короче. Неудобно лежать. Нормально. Вот. Это... Блин, что я хотела? Кстати, знаете, вчера... Мен казахша блемен брак. Что там я говорю? Когда мне нужно... Что есть? Это что такое? Я не шарю, что такое ямщик. Бар. Скажи, пожалуйста. Ужас. Привет, привет. В смысле вообще оденься? Я что, раздетая, что ли? Типа, у нас тепло в Шымкенте, так что вот так. Ой, Макс, привет. Салем. Номер Берши. Да, записывай сейчас. Давай диктую 8. Ой, такие смешные, конечно. Привет. Скажи, что сказать. Кстати, знаете, дофига девушек, короче, Каспи пишет свой. Уже сколько там заработали? Почему я еще не сделала такой бизнес? Ужас, надо. Привет. Ты чё? Спи. Сам спи. Делать нечего. Привет. Нет, я не узбечка. Что, похоже? Татарка, да. Да, используй переводчик. Мелкая, привет. В смысле мелкая? Привет. Я люблю тебя. Спасибо всем. Я татарин. Классно. Азиз. О, господи, Азиз, вы когда успокоитесь? Привет. А в смысле, зачем мне вам спину свою показывать? Это так странно, что? Встань, зачем? Зачем мне вставать спину? Ну что, странно, зачем это? У меня вообще телефон нормально, когда не станет, нет? Привет. Переводчик. Нет. Короче, подписывайтесь на мой инстаграм. Вот, пишите мне, я типа вам там отвечу. Каждому прям. Вот сяду, буду отвечать. Привет.
Что это у меня тут такое на руке? Привет, привет. Так, покажи. Что показать? Привет. Хорошо, с вами как? Знаешь, о, какие люди. Знаешь, Никонет. Знаю Никонет. Это, короче, знаете, мой парень. Точнее, моя девушка, вот. Хорошо. Вы как? Тебе же явно нет 18 лет. Как это нету? Ну да, нет, кстати. Короче, Никонет мой... Моя девушка. Мой парень, хотел сказать. Нет, не хочу. Вот специально то же самое одеваю, что вы мне писали. Нет, я не устала так лежать. Вы что? Как я могу так устать? Ты 49-го года. Вы что, ебанутые? В Алмате нет, в Шымкенте. Мне удобно так лежать, кстати, реально удобно. Кто по нации Таркая? Давайте, ребята, лайкайте трансляцию, пожалуйста. Можете там делиться, там говорить, какая я ужасная, короче, ебанутая. Как так можно одеваться? А, еще в Шымкенте. Вместе победим. Кого победим? Она привыкла в такой позе. Ну да, я привыкла так лежать уже, кстати. Привет. Ой, ребята, привет. На мой инстаграм подписывайтесь. Вот. Всех там жду. Ирки. Кого? Татарский? Знаю. Ее. Да. Час чего? Че, ебанутые? Привет. Ты не вампирша? Да, вампирша я. Кстати, реально похожа. У меня, типа, знаете, короче, немного странная, да, типа, внешность. Типа, у меня есть клыки и уши, типа, они у меня тоже, кстати, иногда торчат, вот. Это так смотрится, конечно. Ну, прикольно, можно что-нибудь придумать, хайпануть. Просто так, что... Сам переводи. Улыбайся чаще, тебе очень идет, спасибо. В больших дозах, да. Так, ребята, в смысле вас 160 человек? Чё так мало? Я зачем свои мегабайты трачу? Такая пиздец, конечно. Какой размер чего? Короче, сен Адам ей местные, конечно. Мен Адам ей местен. Привет. Мен, как там? Блядь, на казахском не знаю, короче. Поза что? Мен ангел. Поклоняйтесь мне. Поклоняйтесь мне, бля, что я говорю, пиздец. Я отвечаю же. Пиздец. Да, да, конечно, ангел. Знаете, сегодня, короче, зашла в прямой эфир к одной девочке. У нее ник в инстаграме, она сказала, что она как ангел. Я такая думаю, нифига себе, ангел, серьезно? Я, короче, поугарала, а она мне такая: вот ты хейтерша моя, вот мои хейтеры такие ужасные, даже свои фотки не ставите. А я с этого аккаунта зашла, я такая: а, ну да, конечно.
Сколько раз? Че, дебилы? Доброй ночи. Давай. Ты что, спать уже? В смысле? Че так рано?